Срочная, а главное полезная новость каждому водителю. В интернете появились карты, на которых изображены камеры фото- и видеофиксации правил дорожного движения ГИБДД. Причем эти карты со всех регионов России. Да-да, эта информация теперь доступна всем и каждому. Срочная новость, которая сегодня появилась в интернете и презентует такой сервис сайт ГИБДД. Это, друзья, не шутка. На сайте ГИБДД открылся новый интерактивный раздел, где можно узнать, где на российских дорогах расположены автоматические камеры, фото и видеофиксации правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении на сайте ГИБДД. Раздел покуда находится в тестовом режиме, но вы уже сейчас можете посмотреть некоторую информацию. Причем доступны эти карты для всех регионов России. Для того, чтобы посмотреть, где есть камеры, нужно с главной страницы сайта ГИБДД перейти в раздел «Комплексы фото-видеофиксации на дорогах». Ссылку на этот раздел я оставлю под нашим видео. Обязательно прожмите лайк, поставьте комментарий, оставьте под данным видео и поделитесь этой нужной и полезной информацией с друзьями. Смотрите также другие видео на нашем канале. Мы рады всегда найти интересные и полезные новости для каждого из нас. Будьте с нами!